Гайз, всем у! Это новый видеоролик по Crazy Time. Сегодня у меня на балансе 150 тысяч рублей. И давайте наведем шуму. Давайте сегодня поймаем какой-то мощный, плотный занос вместе с колесом удачи. Да, вы на том ролике на вчерашнем капец как лайков прожали. Я говорил, если прожмете хорошее количество лайков, я сделаю выпуск с колесом удачи. Ну и в принципе... Ого, ставка. В принципе, вы очень хорошо постарались. Каждому, ребят, безумно благодарен, кто прожимал лайк. Красавчики. Поэтому сегодня, ребят, выпуск с колесом удачи на 150 тысяч рублей. Если на этом видосе наберется каким-то образом за 24 часа 200 лайков, то я сделаю выпуск с балансом 250 тысяч рублей в следующем видосе. Но это не кэш-хант. Кэшхан по 20 икс, этот ролик записываю 1 час и 46 минуты. Я проиграл уже 597 700 рублей. И на нахер! Кэшхан под x20. Твою на ногу. Охереть, охереть, по 5000. Вот это жестко. 500 икс надо выбивать. 500 икс это 2,5 мульта. Ребят, делаем, проживаем лайк, 200 лайков, делаем вторую часть балансом 250 тысяч с колесом удачи. Ну это жестко, это жестко. Ху-ху! Так, первая ставка кэшан под x20. Я был уверен, что не докатит. Обалдеть. Ну 3-3 это или пик, не буду. Наверное, вот сюда пикнуть где-то. Если это 500 икс, это 2,5 миллиона. Если это 500 икс, это 2,5 миллиона. Это всего надо 25 икс. 25x. Тварь. Лям. Ну блин, ну это я выбил 10x. Ну, тварь, ну. Ну, хз, ну, типа... Охереть, у меня ставка. Доволен и недоволен, а! Нормально, нормально. Ребята, это если что, мы сейчас играем на Зумандре. Я записывал видос, очень горел, очень проигрывал много. И теперь отмазался. Это Зумандра, ребят. Выводы без верификации, а самое главное, моментальные выводы. Вот я сейчас лям выиграл, мне его выведут моментально. За 10 и за 20 секунд. Это, кстати, хорошо. Вот, поэтому, если кому интересно, Зумандра есть в закрепленном комментарии. Запускайтесь в комментарии, там самый последний, и там будет Зумандра. Вот, и что еще хочу сказать? То, что сегодня первое число, вы можете собрать бесплатные фриспинчики. Там зависит от ранга. Вы можете получить бесплатные спины себе, если вы в минусе на 3000 рублей за месяц, то вы можете вот получить бесплатные фриспинчики. Черт, это... вау! Я просто не могу реагировать громко, ну, сильно, потому что у меня горло печет так, что, ну, это с ума сойти. Я болею. Это пятерка, найс. Я записываю этот видос 1 час и 48 минут. Я горло не чувствую. Но ради кэшханта под x20 можно и поорать. Слушайте, а я и забыл то, что у нас там вообще-то колесо удачи какое-то есть. А может, ну его нафиг? Типа, у меня там ставки будут максимум, это... Ну, типа, 30, 40, 50 тысяч, иногда 150 тысяч. Ну, и, конечно же, я боюсь, если там выпадет all-in. Это будет реально жестко. All-in нельзя, чтобы там выпал. Ну, не под x10, но тоже будет отлично. Тоже будет хайп. Это двойка, да? Это двойка! Капец, я выиграю просто каждую ставку, это еще 240 тысяч. А, 270, на! Лям 300. Работаем. А когда не работали? Работаем, работаем. Фух. А ну, я сейчас по приколу хочу вам показать. Хочу вам показать по приколу, сколько у меня ушло до этого. Да вот, вот вы сейчас видите эту картинку. Этот классный, этот прикольный, этот эпичный видеоролик. А я вам хочу показать, что было за кадром. Ну, я такого никогда не делал. Я никогда не показывал вам, что у меня там до... Ну... То, чего вы не видели. Но сегодня я покажу, чтобы вы понимали, что просто повезло нахер.
Просто повезло нахер. Лям 332. Выиграем. Дальше. Работаем. Работаем нахер. Сейчас, сейчас. Грузит. Из-за того, что у меня здесь очень много видео, у меня тут диск на сколько-то там терабайтов. Не помню, на сколько. Надо будет посмотреть. Вот, у меня здесь очень много видосов. Сейчас оно прогрузится, я вам покажу, ребят. Ну, ребят, с вас обязательно лайк и подписка на канал. Обязательно. Ну, такой контент стоит лайка. Обязательно, конечно. Кстати, починка. Не выпадет. А двойка. Это еще моя ставка. Я выиграл уже 6 ставок подряд. Лям 350. Ну что, идем дальше. Вчера мы остановились на лям 400. Посмотрим, насколько сегодня получится. Ну вот оно, ребята, грузит, видите? Сейчас сам жду. О, все. Так, смотри. Это вот то, что сейчас идет запись. А это вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И каждый из этих видосов был сливной. Каждый. 11 видосов. 11. С 12 попытки у меня получилось записать эту бурю. Вот. Поэтому, ребят, это не все так легко. Просто фартануло. Но на самом деле, я думаю, я сейчас сделаю ставку. И давайте по приколу, окей, колесо прокрутим. Типа, чтобы понимать, есть ли смысл нам его вообще крутить. Но главное, чтобы не алын. Потому что если алын, я очень сильно расстроюсь. Но это не алын. Ну, типа, 40 тысяч ставка. Ну, гоу следующую сделаем 40, окей. Блин, это еще 270, если двойка. Или да, не. А коинфлип? Да, коинфлип по пятерику. Слушайте, давайте не будем эти 40 тысяч ставить, будем ставить по 70. Ну, по 70 больше ставки. И, ну, получается, просто получается. Ракет. Ну, ладно. Нормально. Нормально. Так, давай вот так. Вот так. Да и все. Если двойка или пятерка падает, это плюс 15 тысяч. А десятка просто вернет ставку. Но десятка еще ни разу не падает. Они редко падают, поэтому хз. Больше на нее ставить зачем, если их нету. Я никогда в жизни не ловил кэшан под x20. Никогда в жизни. Первый раз в жизни вот сегодня я поймал кэшан под x20. Максимум я выбивал под x15. Слушай, а десятки-то не падают. Зачем на них больше ставить? Выпало. Кстати, я даже сейчас скажу, когда я выбивал кэшан под x15. Потому что это было не так давно. Слушай, я на самом деле давненько. А, 3 недели назад. Блин, это реально давно. Я что-то думал, то, что раньше. Я тогда выиграл 3 миллиона. У меня тогда ставка там было 10 тысяч, я выиграл 3 миллиона. Это получается, если бы сегодня я бы поймал по 10 тысяч, 200 икс, это было бы меньше даже. Кстати, десятка. Это было бы даже меньше. Поэтому. Капец, это тогда я под 15 икс выбил больше, чем сейчас. Это чтобы 3 миллиона выиграть, это 300 икс выбил. Это получается сколько? 20 икс всего, да? Ну да, это получается 20 икс я выбил под 15. Короче, я очень херовый математик. Блин, раньше я был реально умный. Я быстро считал, у меня память была хорошая. Интересно, что случилось? Я реально был умный, а сейчас я реально стал тупой. Это странно. Я прям порой сам себя не узнаю, чтобы вы понимали. Да. Ничего, скоро выздоровею и пойдем в пляс.
Короче, я записывал видос, у меня была первая попытка, я тогда поймал пятерку под X3 алыном, вроде по 18 тысяч, вроде или по 17, или по 18 тысяч. Короче, у меня баланс поднялся до 450 тысяч. Это была первая попытка записи видоса, и я поднял до 450 тысяч с первой попытки записи ролика. Сказать то, что я тогда охерел и был мега счастлив, и был готов восстанавливать видос, ничего не сказать. Но это случилось за 3 или за 4 минуты. Я начал играть дальше и проиграл 450к. Я очень сильно расстроился тогда. Но это было вот буквально где-то часа полтора назад. Часа полтора назад было. Так. Десятка под X2. Нет, а коинфлип? Двойка? Ну я лям, 100%. О, кстати, нифига себе, очень хороший таймер. Я лям 100% восстанавливаю. А сейчас я поставлю таймер себе, что надо через 2 часа забрать рефку. Все, готово. Я лям по-любому останавливаю. На остальное мы играем. А может даже и больше, чем лям остановим, потому что это двоечка, да? Отлично. Ну, блин, я даже не знаю, мы как-то вот так вот идем, понял, да, непонятно. Давай сейчас начнем, рискнем немного. Если выиграем, то хорошо. Блин, нахера столько было топить? Я просто не увидел, сколько я ставлю на пятерку, но может быть это пятерка. Никто ж не исключает. Боже мой. Это не пятерка. Очевидно. Ну нет, не десятка. Хорошо, это двойка по 50к, это 150, это плюс 32, плюс 31,5. Это джаз, это хорошо, это вкусно. Почти лям 300. Так, хорошо. Слишком тут эта хера стоит. Вот такая ставка. Нет. Да. Все, вот такая ставка. Заходит, стопаем. Не заходит, ставим, что ж. Не знаю. Под X2. Мало. Кстати, это может быть крейзик. Блин, крейзи тайм по 5000. Это было бы идеальное завершение видоса. Мы поймали за сегодня только кэшхант и коинфлип, больше ничего. Но у нас баланс на том же месте, что после кэшханта. Все, ну дай бог это будет двойка либо пятерка. Лям, стоп. Было в пике, если я не ошибаюсь, 1 миллион 290 тысяч рублей. Если я не ошибаюсь, 1 миллион 290 тысяч рублей было в пике. Сейчас 1 миллион рублей. Если бы это была бы двойка, это было бы 500 тысяч рублей. А, все, покер. 125 максимум. Даже если это 125, то я, без разницы, я останавливаюсь. Что бы здесь не было. Спасибо, 125. Мы ставку даже не купили. Ну ладно. Спасибо большое, ребят, за просмотр данного видоса. Каждому безумно благодарен. На связи был Заносной. Мы встретимся уже в новых видеороликах. На связи. Пока.